В начале сессии небольшая торжественная часть. 27 января 1984 года в исполком Горского совета устроилась работать секретарем Надежда Егоровна Исайкина. В этом году глава Горок Вторых отмечает 35-летие службы в местном самоуправлении. Поздравить ее с круглой датой и вручить знак Московской областной думы за труды приехала Лариса Лазутина. В повестке очередной сессии 18 вопросов. Один из ключевых – внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря прошлого года о бюджете Одинцовского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главный финансовый документ будет по-прежнему социально ориентированным. Увеличатся расходы на развитие сети МФЦ, ремонт дорог. На капитальный ремонт Барвихинской школы 11,6 миллионов рублей, устройство наружного освещения и капремонт административно-бытового здания на территории стадиона «Старый городок» почти 16 миллионов рублей, ремонт образовательных учреждений на территории ГП Новоивановская 4,8 миллиона рублей. Кроме того, будут дополнительно выделены средства на обеспечение деятельности парка культуры, спорта и отдыха. Проект решения был принят единогласно. Еще один важный вопрос повестки – передача в собственность двух служебных квартир в Лесном городке и в Одинцово. В Лесном городке в квартире проживает педагогический работник, который проработал более 15 лет в муниципальном учреждении. В служебном жилом помещении в городе Одинцово проживает очередник городского поселения Одинцово, медицинский работник, которая проработала 35 лет в ЦРБ и 30 лет стоит на очереди на жилье. Общий трудовой стаж в Одинцовском районе педагога Пушкинской школы и акушерки Одинцовской ЦРБ почти 50 лет. Коллеги, предоставлю вопрос номер 15 на голосование. Кто за? Кто против? Воздержался? Кроме того, народные избранники утвердили генеральный план Успенского поселения, схему территориального планирования Одинцовского района и нормативы градостроительного проектирования сельских поселений муниципалитета. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».